Луну впервые сфотографировали с обратной стороны. Китайский Чинъи-4 передал первую фотографию на Землю. Она была сделана во время посадки аппарата. Китайский аппарат Чинъи-4 передал на Землю первый снимок, сделанный с обратной стороны Луны. Он был сделан во время его посадки и опубликован на сайте Китайского национального космического управления. Снимок, по информации ведомства, был сделан вблизи поверхности спутника в 11:40 по местному времени. Как известно, Чинъи-4 является первым аппаратом в истории, совершившим посадку на обратной стороне небесного тела. Высадка аппарата произошла в бассейне Ипкена в районе Южного полюса Луны. В ближайших планах миссии – сбор данных о геологическом строении спутника Земли, а также проведение ряда низкочастотных радиоастрономических наблюдений. Ранее сообщалось, что Чинъи-4 сел на обратную сторону спутника Земли в 02:26 по Гринвичу, 04:26 по киевскому времени. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.